С 15 января в легкоатлетическом манеже Новочебоксарска проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике. А сегодня состоялось торжественное открытие Кубка главы Чувашской республики Михаила Игнатьева. На 3 дня легкоатлетический манеж 3-й школы Олимпийского резерва вновь стал резиденцией королевы спорта. Около 700 сильнейших спортсменов из 15 регионов Российской Федерации борются за награды чемпионата и первенства. Хочу пожелать спортсменам хороших стартов, побед, честного спортивного соревнования, чтобы судейство было достойное, и вам, зрителям, получить удовольствие от данного соревнования, запомнить лучшие мгновения. И я надеюсь, что наш кубок, он является традиционным и в следующем году соберет хороших спортсменов, хорошую аудиторию, и мы все получим хороший заряд бодрости. Соревнования, которые уже точно надолго, я думаю, вошло в календарь всероссийский. Вы видите, какие замечательные спортсмены приезжают сюда, Соревнования на Кубок главы Чувашии носят официальный всероссийский статус 2013 года. К стартам допускаются атлеты в категории «Элита» и «Золотой резерв». Спортсмены в группе «Элита» разыграют 12 комплектов медалей. В женской части состязаний в программу включены бег с препятствиями, толкание ядра, прыжки с шестом и высоту, спортивная ходьба и многие другие. Мужчины будут оспаривать лидерство в беге на 800 метров в спортивной ходьбе и прыжках в высоту. Спорт – это уже мода, модно стало заниматься спортом. Поэтому, если у ребенка есть талант, есть продвижение, есть какой-нибудь такой азарт, естественно, его надо направить куда-то. Ну, в мирных целях. Плюс, естественно, здоровье. Мы же не должны только надеяться на кого-то, на медицину. По традиции гостями турнира станут многие известные спортсмены и тренеры. В розыгрыше Кубка главы республики принимают участие олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Лондонской олимпиады в той же дисциплине Светлана Школина и призер чемпионата прошлого года в прыжках в шестом Ангелина Краснова-Жук. А в ранге хозяйки соревнований в сектор для прыжков в шестом выйдет чемпионка Европы 2014 Анжелика Сидорова. Наряду с известными легкоатлетами в Чувашию приехали не менее звездные спортивные наставники. После напряженной и захватывающей спортивной борьбы на беговых дорожках и легкоатлетических секторах манежа победителей королевы спорта ждут кубки, дипломы, медали и денежные призы. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика.